Магадане завершился открытый чемпионат города по хоккею с шайбой. За 3,5 месяца было проведено 43 встречи. Участие приняли 10 команд из областного центра «Олы» и «Сокола». В воскресенье прошли финальные игры. Победителем соревнований стала команда «Нордтрансстрой», набравшая 24 очка. Серебро у «Строителя», бронза у сборной «Армада». Лучшим вратарем чемпионата признан Павел Дульша из команды «Строитель». Лучшим нападающим – Дмитрий Бугров из «Нордтрансстроя». Лучшим защитником – Дмитрий Сайко из команды «Сокол». На этом ледовые баталии в Магадане не закончились. Игры ночной хоккейной лиги на этой неделе пройдут 13, 14 и 16 февраля.